Здравствуйте, с вами Виталий Круг. И сегодня мы попробуем с вами смонтировать движущийся видеоклип из одной фотографии. Это все благодаря возможностям программы Camtasia Studio. Вот она, программа. То есть для упрощения, вот значок на рабочем столе нажимаете, и появляется вот это вот рабочее окно. Далее. Для этого нам нужно что? Нам нужно забросить сюда звук. Вот берем и прямо... Восьмая дорожка. И забрасываем фотографию. Ну, фотографию мы взяли с интернета. У нас в данный момент это не окончательный вариант. Значит, теперь звук мы добавляем на звуковую дорожку. Прямо переносим. Все, вот она. Звуковая дорожка у нас получилась. Лишнее можем вот так вот сократить. Прослушиваем. Так, все нормально, все работает. Теперь фотографию. Ну, на фотографии, может быть, это и вы с гитарой, и ваш коллектив музыкальный. В данном случае у меня трек называется «Неземная любовь», поэтому вот фотография здесь будет, скажем так, с неземной любовью. Здесь появляется, когда вы забрасываете фотографию вот в окно видео, здесь появляется под окошко, которое спрашивает, в каком формате вам хотелось бы, чтобы это все отображалось. Вы выбираете YouTube и нажимаете ОК. Вот формат YouTube получился. Итак, вот у вас музыка. Теперь волшебная кнопка Zoom and Pan или Pen, я с английским не особо. Итак, нажимаете. Вот у вас рабочее окно. Теперь что можно делать? Вы можете вот этим курсором навести, сделать так, чтобы практически все окно было задействовано. Дальше уже идет почему погас? А, здесь кончилось. Итак, вот еще один момент. Растягиваем до завершения нашего музыкального фрагмента, ну, скажем так, вровень. Вот. И тогда у нас не будет ничего пропадать. Далее. И вот теперь пошли секреты. Вот вы сделали первую точку, вот зум, шкала, которая отображает движение вашей фотографии. Итак, начнем двигаться. Допустим, вот вы наводите на вот этого волка. Это будет первая точка. Теперь перемещаете, ну, примерно смотрите
на это место вы делаете, допустим, всю фотографию. Что получается? Смотрим. Дальше. Ну давайте направим вот на этих вот каких-то здесь сказочные люди стоят с телефоном. Да, нормально. Это уже третья точка. Итак, смотрим, что получается. Вот у нас уже три точки. Первая точка – это волк. Вторая – вот эта пара. Третья – какая-то вот пара с телефоном. Теперь можно переместить, допустим, что тут у нас хорошего есть. Вот тут какой-то есть что-то, единорог. Давайте на него переместим. Давайте пока не будем показывать. Вот, два единорога, вот они сплелись. Значит, в любовный клубок. Поехали, это у нас четвертое будет уже. Получается. Ну, здесь теперь вы можете навести на вот этого оленя и мужика с гитарой. Гитару можем мы и побольше взять, чтобы он вошел у нас. О, идеальная картинка. Это у нас пятый фрагмент. Шестым фрагментом мы сделаем, ну, тут какая-то девочка, книга с ключами. У нас шестой фрагмент был. Ну и, допустим, обратно потом на пару. Так, что еще есть интересного? Итак, вот это окно редактора. Можно его увеличить. Вот. Значит, вспоминаем, да, здесь у нас... Первая это у нас маленькая картинка, вот она, волк, потом идет пара, потом идет телефон, далее единороги, дед с гитарой и оленем, это девочка с книгой и опять пара. Ну, тут масса всего интересного, то есть можно вот тут эту жар-птицу выделить, но суть не в этом. Теперь вы можете сделать перемещение картинки более плавным. Вот этот курсор, он, когда на максимальную поставлен, картинка начинается двигаться с самого начала. Это я вам сейчас покажу. И медленно. Вот сравните движение от волка
до пары и от пары до телефона. Теперь можно расставить все под музыку. Просто берете вот так вот, перетаскиваете. И так. Еще чуть-чуть можно сюда. А вот тут идет концовочка, можем сюда переставить, что у нас здесь, здесь, ага. А, все правильно, ну, здесь тоже можно сделать подлиннее, чтобы помедленнее переходило, итак, смотрим. Собственно говоря, я думаю, что понятно. И вот как из одной фотографии сделать видео, клип, я думаю, вы поняли. Спасибо. С вами был Виталий Круг. До встречи в следующих видеоуроках.